И снова звонят из дворца. Пожалуй, найму секретаршу. Алло. Говори, что тебе нужно. А, хорошо. Надеюсь, все это не ерунда. У меня нет времени. Надо поставить автоответчик. Алло, господин Алмаз слушает. Что случилось? Чем могу помочь? Я хочу избавиться от Куркута. Отдам все, что захочешь. Вот это да! Сможешь? Надо уточнить кое-какие детали. Что значит «хочу избавиться от Куркута»? Насовсем или же надо просто припугнуть? Как ты считаешь? Похоже, я ошибся адресом. Подожди, подожди. Успокойся немного, поговорим. А чем тебе насолил Куркут? Расскажи мне об этом. А вот это не твое дело. Послушай, парень. Ты, наверное, слышал такое: терпи горе неделю, а царствуй год. У него и так пуля в голове, его дни сочтены. Мои тоже на исходе. Хочу увидеть его в могиле перед тем, как умру. Сделай это, я щедро отблагодарю тебя. Денег не надо. Придет время, я тоже попрошу тебя о чем-нибудь. О чем? Это сюрприз. Сюрприз? Согласен? Да. Ну тогда договорились. Thank you.